Друзья, сегодня в Ресто Мюзик Холле пробка, вечеринка, которая так и называется «По дороге в Голливуд». А дорога в Голливуд, друзья, лежит именно вот так, снизу вверх. И что в этом верху не просто красивая девушка, а девушка, в руках у которой бутылка рома «Капитан Морган». И предлагается каждому гостю пробки подойти на мое место, посмотреть вверх, открыть рот, и оттуда, с небес Голливуда, потечет именно ром «Капитан Морган». Программа «Коза». Глеб, я хочу, чтобы ты сейчас признался всем. Ведь ты же до сих пор, как профессиональный артист, мечтаешь побывать в Голливуде? Я безумно мечтаю. Знаешь, я засыпаю с мыслью поехать в Голливуд. И просыпаюсь с этой мыслью. Она меня не покидает уже. И просыпаешься с мыслью там остаться. В Голливуде прекрасно. В Голливуде перспективы. Как на Салтовке. Друзья, о дороге в Голливуд мечтают многие артисты. Да что там артисты? Посетители пробки, а именно посетительницы. Я думаю, что одной ногой уже в Голливуде. Пойдемте знакомиться. Привет! Здрасте! Скажи мне, пожалуйста, хочешь в Голливуд? Конечно, кто же не хочет? А какую бы роль ты сейчас сыграла бы, если была в Голливуде? Какой-то бандитки, злодейки. А хорошо, а если бы этой бандитке и злодейке пришлось целоваться с главным героем? Смотря с каким. Можно посмотреть, да? Ну, как ты можешь перебирать? Режиссер тебе скажет: актриса, целуйтесь с главным героем. И что ты скажешь? Нет! Нет, ну если я актриса, куда деваться надо, значит надо. Расскажи, пожалуйста, сегодняшнюю творческую задачу. Ну, изначально мы станцуем офигенно зажигательный номер, так как тема сегодня Голливуд. Вот мы готовы все в Голливуде. Вот так. После этого наши девочки порадуют супер зажигательной фишкой на баре. Что будет являться у вас фишкой? Вот что у тебя фишкой? Фишкой, что ты называешь? Друзья, я попытался хоть как-то приблизиться к вершине Голливуда, а тут уже оказалось занято. Как там на вершине Голливуда? Сверху всегда хорошо. Как народ внизу? Пьет? Пьет, отлично пьет. Ленинграда у нас 25 мая. Приходи, приедет человек, который выиграл в конкурсе двойников Шнура. Олег его зовут. Все будет без цензуры. Будем материться, кайфовать, пить, на столах танцевать. И снова материться. Да, так и быть. Это Ленинград. Саш, скажи, пожалуйста, что вот эта красота действительно будет 3 числа на гастродне? Конечно, ты придешь опять? Ну, если ты позовешь, я приду. Я тебя всегда жду. Спасибо большое. Испанская кухня, она же настолько деликатная. Справится Коптев? Ну, во-первых, для Коптева это уже не первый раз, а, по-моему, раз третий мы будем делать испанскую кухню. Но в этом сезоне, этим летом впервые, первый раз. Конечно, справится. Что для него сделать прекрасное блюдо испанской кухни? Совершеннейшая ерунда. Будем что-то вводить новое, то, чего еще не было у нас в прошлом году. В общем, каждый гастродень будем чем-то удивлять. Друзья, на самом деле я не знаю, как там в Голливуде,
но я знаю точно, что у нас в городе самые лучшие, самые профессиональные артисты. В Ресто Мюзик Холле пробка. Каждые выходные здесь такой Голливуд, что тому Голливуду придется позавидовать.